родители, учителя, гости, разрешите от всей души поприветствовать вас с началом большого нашего праздника, Новым учебным годом. Каждый должен учиться. Учиться хорошо и на совесть. Разрешите пожелать вам в новом учебном году только пятерок, хорошей общественной работы, больших трудовых дел. Будьте счастливы, дорогие ребята! У самых отрогов Уральских гор, на юго-востоке Пермской области, находится этот небольшой районный центр. Неподалеку протекает река Кишерть. По речке и названо село Усть-Кишерть. Сентябрьским утром снова идут они в школу. И каждый день до последнего звонка будут встречать их школа, учителя, директор. Директор здешней сельской школы Леонид Петрович Дробышевский, депутат райсовета, член райкома партии, герой социалистического труда. Работает здесь и его жена Нина Савельевна. Закончили эту школу его сын и дочь. В далеком теперь от нас 1939 году стал он учителем начальных классов, будучи сам девятиклассником. Потом война, служба в армии и мобилизация. И вот направление сюда, в Усть-Кишерть. Что же сохранила память о том времени? Очень хорошо помню. Это был 1948 год. Время послевоенное. Школа не размещалась еще в этом здании. Было три школьных здания, разбросанных по территории всей Кишерти. И, пожалуй, за долгий период впервые вот ученики были собраны у одного из зданий, где мы торжественно начали первый учебный год. И первый раз видеть перед собой более 1000 человек учащихся, ну, с одной стороны, было как-то и страшновато, но вместе с тем и чувство ответственности, чувство долга перед всеми было особенно великим. Тогда я моложе был, чем сейчас. 50 человек учителей значительно старше меня были, с большим опытом. Почти все учителя этой школы бывшие ученики Дробышевского. И среди них Алевтина Федоровна Бачурина. Когда Леонид Петрович появился в нашей школе, он был такой, ну, детские воспоминания, очень приветливый, очень ласковый, улыбчивый. С ним очень было интересно говорить, он с детьми умел разговаривать. У нас семья очень была большая, и сразу училось четверо нас, даже пять человек. Два брата и три сестры.
Ну, и все с восторгом дома о нем говорили. Моя мама тоже в прошлом учительница. В общем, он на всех произвел очень хорошее впечатление. Это был 48-й год. Брат учился в 9-м классе, старший. Тут сестра в восьмом классе, ну, вот так вот лесенкой. И мы обсуждали эту встречу, что нам очень понравился новый директор. Вот именно мягкость, обходительность, вот, что сразу дети подметили в нем. Потом он не мог даже как-то на одном уровне себя чувствовать. Вот сестра всегда вспоминает. Вообще у нас вспоминает поездку в Пермь. Их класс заработал. Как лучший класс поехал в Пермь. Так Лидия Петрович с ними даже в лифте катался. В общем, был такой момент, что он, вот она часто вспоминает, насколько он был прост и доступен для всех. В общем, вот эта общительность его, по-моему, отличительная черта. В общем, его душевность, теплота, отзывчивость, потом понимание людей, очень быстро понимание, кстати. Вот это всегда к нему, по-моему, будет привлекать и привлекает. Сегодня мы, ребята, выполняем последнюю практическую работу. Последняя практическая работа номер 6 называется «Экспериментальное решение задач по теме обобщения сведений об основных классах неорганических соединений». Эта практическая работа закрепляет все теоретические знания. Neben ihnen stehen. Neben ihnen stehen. Alle lernen wir von ihnen. Леонид Петрович Дробышевский преподает историю и обществоведение. И на уроках своих больше всего ценит он самостоятельность, собственные суждения, раскованность учеников. Все равно предел ведь есть. Предел? Да. Ты знаешь, предела лучшему нет. Пожалуйста, Валерий, можешь ответить на вопрос Воронова. Вот Саша спросил, что при коммунизме потребности будут удовлетворяться. Но возьмем простейший пример, например, на самом же Саше. Вот у него не было велосипеда. У него была потребность приобрести этот велосипед. Родители купили ему этот велосипед. Саша подрос немножко. Ему теперь уже нужен был велосипед с мотором. Ну, он вырос, работает. Приобрел, например, он себе автомобиль. И, ну, жизнь же это... Жизнь скоростей. Скорости увеличиваются при движении вперед. И Саше нужно будет приобретать самолет или вертолет, например, чтобы съездить к родным, чтобы куда-нибудь ездить в командировку. Но на самолете он также долго летать не будет, потому что наш век – это век космоса. Ему нужно будет узнать, что там выше. Но он будет уже стремиться к тому, чтобы... Thank you.
Уроки в Усть-Кишерской школе – это не только занятия в классах и кабинетах. Для сельской школы в особенности это еще и обязательный деревенский труд. На пришкольном ли участке, опытном поле, везде, где нужны хозяйские руки. Труд – понятие нравственное больше, нежели чисто хозяйственное. И на протяжении всех лет работы учащиеся у нас систематически работали много и работали хорошо. Ну, в первую очередь, нам пришлось строить свой дом, строить школу. Все работали с пониманием, работали с энтузиазмом, в том числе и весь педагогический коллектив. И вот сейчас, уже много лет спустя, встречаясь с выпускниками, первое, что они вспоминают, как они трудились. Вот сейчас инженер работает в конструкторском бюро. Как-то встретились, он говорит: а вот тут нарыл траншею под фундамент. Вот это отношение к тому, что он сделал, мне кажется, самое главное. Не сколько сделал, а важно, как, с каким он чувством выполнял эту работу. Почти все родители нынешних школьников тоже когда-то сидели здесь за партами. Сейчас они земледельцы и животноводы, механизаторы и строители, партийные и советские работники. Один из них – главный хирург области Владимир Аристархович Черкасов. Это была очень серьезная встреча. Встреча людей совершенно разных по профессиям. Мы разъехались по всей стране от восточной до западной границы, с севера на юг. У нас огромная география получилась. Но вот вообще говоря, когда мы съехались и посмотрели, то главное, что мы уяснили, то, что из нашей школы пришли все люди, которые посвятили себя полностью служению людям, служению народу, служению работе. У нас не было, пожалуй, ни одного, кто бы не смог найти себе место в жизни. Это самое главное, я считаю. Не то, что кем я стал, председателем колхоза или врачом, или просто рабочим у станка, или еще что-то. Самое главное, что не было ни одного человека, кто бы не сделался личностью после окончания школы. Вот в наш век все ускоряющегося научно-технического прогресса, когда мы все больше и больше занимаясь чисто техническими проблемами, профессионализмом чистым, мы теряем ощущение человечности, ощущение преданности делу. Так вот, как раз вокруг Дробышевского, Леонида Петровича, и атмосфера делового горения существует. И именно эта атмосфера поддерживает всю здесь обстановку. Я хочу сказать о том, как выступает Леонид Петрович. Вот в школе у меня всегда после его выступлений, когда он нас призывал на какие-то дела, у меня было такое чувство, вот встать и броситься бежать делать это дело. Я думала, что со временем вот это чувство пройдет. Но нынче я была в школе, попала на родительское собрание. И когда выступал вот директор, у меня снова возникло вот это чувство. Вот именно, что такой порыв к действию вызывают его слова. Не только его слова, но сам его вид, его готовность вот так действовать, наверное, это очень важно в человеке. Леонид Петрович всегда говорит: «Здравствуй новому». Ведь вот он, наверное, является инициатором всех новых начинаний. Вот если вспомнить занятия по системе Кабалевского,
кто явился инициатором? Ведь не только Виктор Леонидович, учитель музыки, но и Леонид Петрович. Группа «Продленного дня» в нашем районе, да и, наверное, в области. В нашей школе была, ну, видимо, в одной из первых. Кабинетная система – это заслуга Леонида Петровича. Бригада – это не меньшая заслуга, хотя, ну, у истоков бригады стоял другой человек, но это не меньшая заслуга Леонида Петровича. Так что, мне кажется, вот Леонид Петрович равнозначен, как-то можно поставить знак равенства Леонид Петрович и новое в нашей школе. За большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся в 1978 году Дробышевскому было присвоено звание Героя социалистического труда. Это было признанием добрых дел директора и коллектива школы в жизни небольшого уральского села. А дел этих много. И нет среди них второстепенных. Учебно-производственные бригады отметили свой юбилей – четверть века. 50 гектаров овощных культур – закреплены за школой. И помощь ребят – большое подспорье совхозу. Некогда маленькая краснокирпичная земская школа преобразилась сегодня в сельский учебный комбинат. С интернатом для детей из других деревень, спортивным и актовым залами, мастерскими и музыкальными классами. Так, ребята, правильно вы все сказали. А теперь я вам поставлю пластинку, а вы послушайте. Кто узнает, сразу поднять руку. Все, что мы усвоили с детства, знания о мире, трудовые навыки, понятие прекрасного, этим мы обязаны школьному учителю. Природа создала человека. Но личность создается отношениями в обществе. Отношениями с родителями, с окружающими людьми. И, на мой взгляд, в первую очередь, формируется в школе. О учителях иногда говорят, что это инженеры человеческих душ. Мне кажется, что это определение слишком механическое. Лучше сказать художники, ваятели. Потому что изо дня в день так отдельными мазками, отдельными штрихами формируется, шлифуется и создается личность. Встречи в школе, они традиционны, но всегда памятны для учителей и выпускников.
И все же, вот если говорить об особенности жизни сельской интеллигенции, как вообще всех представителей населения, то тут эта особенность одна, каждый день, каждый час, все на виду друг у друга. И именно это налагает особые моральные обязательства на каждого представителя этого сословия, которое хотело бы быть действительно передовым и нести культуру в массы. А вот наш район очень маленький, а их 250 человек с высшим образованием, работников сельскохозяйственного производства. А учителей в районе 360 человек, всего-навсего на 100 человек разница. Поэтому отряд интеллигенции на селе очень большой. И вот с этой стороны, мне кажется, что роль учителя весьма значительна. И требования к нему очень высокие. Часто говорят, что учительские кадры – это первые помощники партии, идеологические работники на селе. Вот эта сторона, наверное, больше выделяет учителей, чем другие отряды интеллигенции. Учителя активно участвуют во всех политических кампаниях и, постоянно общаясь с населением, с детьми, утверждают основы коммунистической морали, нравственности, проводят жизнь и политику нашей партии. В 10-х экзамены. Для них это последний школьный год. У родителей их все было так же: цветы, билеты, волнение. Только слово бытовало другое, почему-то ушедшее из школьного лексикона. Испытание. В последний раз на оценку. А потом еще много раз за школьным порогом испытание на зрелость, на общественную полезность. Вот уже 33 выпуска прошло мою бытность в школе. Более 2000 человек закончили школу за этот период. И особую радость, с исключительным чувством, волнующим таким, всегда встречаешь своих выпускников, где бы они ни были. Мне приходилось встречать их в Москве. Приходилось встречать совершенно случайно на улице Ленинграда. У нас в Перми, трудятся они везде и всюду. Обычно, приходя в класс на последний урок, я завершаю его словами: «И вот летопись окончена моя. Закончился еще один учебный год. Закончилось общение на протяжении 10 лет с дорогими и близкими людьми, учащимися, которые были маленькими, стали большими. И вот этот процесс расставания на последнем уроке остается в памяти на всю жизнь. И так из выпуска в выпуск, из года в год». А что при этом испытывает учитель? Как всегда, смешанное чувство радости и грусти, иногда и усталости. Но каждый раз, встречаясь здесь, в школе, у всех у нас невольно напрашивается восклицание: «Здравствуй, школа! Всегда здравствуй!» И очень не хочется говорить: «Здравствуй и прощай!» И часто последняя мысль приходит к директору? Вопрос вообще провокационный. О пенсии думают с надеждой и с печалью. Так вот, это чувство печали и чувство будущего отдыха перемежаются. Ясности еще пока нет. Чувство усталости остается дома, за порогом. Когда я перешагиваю домашний порог и выхожу на территорию сразу школы, усталость исчезает, потому что появляется масса дел, забот,
и уже не чувствуешь ни боли, ни усталости, ничего. Надо работать. Надо работать.